Здравствуйте, я Ольга Хуснутдинова. Расскажу вам о самых значимых событиях города и области. 300 миллионов рублей на благоустройство города и закупку спецтехники. Такое решение приняли сегодня депутаты на внеочередном заседании Гордумы. Глава города Олег Грищенко заявил, что Саратову дополнительно выделят и средства на закупку необходимой дорожной техники, чтобы полностью закрыть эту проблему. Также на заседании одобрили закон, согласно которому запрещено устанавливать торговые павильоны на зеленых зонах, в местах общественного пользования и на тротуарах. У предпринимателей, которые уже имеют киоски на этих точках, не будет возможности официально оформить землю. 139 больных в настоящий момент лечатся в Саратовском диализном центре. Всего клиника готова принять 276 пациентов одновременно. Напомним, гемодиализный центр открыли 31 марта. Это одна из лучших клиник в России, где оказывают необходимую помощь пациентам с нарушениями функций почек. Наказан телефонный террорист. Заминировавший сенной рынок Евгений Мещанов приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, с осужденного в пользу УВД взыщут около 70 тысяч рублей за материальный ущерб. Напомним, 1 апреля прошлого года Мещанов с домашнего телефона сообщил оператору 03, что в здании сенного рынка заложено взрывное устройство. На место ЧП выезжали все профильные структуры. Взрывное устройство не обнаружили. Прожиточный минимум в области вырос на 167 рублей и теперь составляет 4722 рубля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. В Саратовской области по сравнению с другими регионами Поволжья самый низкий темп роста прожиточного минимума. Сегодня состоится пробный пуск фонтана «Мелодия», расположенного напротив консерватории. В ходе ремонта полностью обновили его водоснабжающую часть. Также частично восстановлена архитектура, пострадавшая после зимы. Подготовка фонтана к работе обошлась более чем в 2 миллиона рублей. Вторая граната за сутки. На аллее улицы Большая Садовая в Октябрьском районе дворник обнаружил подозрительный предмет и тут же позвонил в милицию. На место прибыла группа разминирования. Выяснилось, что это боевая граната F1 без запала с заводскими маркировочными обозначениями. По данному факту проводится проверка. Напомним, что ранее в селе Пристанное сотрудниками ГУВД уже была обнаружена подобная находка. Администрация Саратова утвердила перечень улиц, которые приведут в порядок в этом году. На это планируют потратить почти 140 миллионов рублей. В список вошли Московское шоссе, район рынка стройматериалов, улица Огородная, Лунная, Горького, Вишневая, Симбирская, Перспективная, Топольчанская, Тархова, Тракторная, второй Красноармейский тупик, улица Рахова и проспект 50 лет Октября. Ремонт покрытия на этих участках ни разу не проводился за последние 4 года. «Ненормальная» – так называется спектакль с участием телеведущей актрисы Екатерины Стриженовой. Увидеть его зрители смогут сегодня вечером в Театре драмы. Стриженова играет в нем пафосную, старомодную, непривлекательную женщину. Ее партнер – известный фигурист Алексей Тихонов. Как сообщают организаторы гастролей, постановка «Ненормальная» уже стала настоящим хитом. В области построят свиноводческий комплекс. Соответствующее соглашение уже подписано правительством. Предприятие разместят в Калининском районе. Общий объем инвестиций в проект почти 1,5 миллиарда рублей. Убойное поголовье – около 80 тысяч свиней. Будет создано 50 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать в течение 3 лет. Мясо будет поставляться на уже существующий в Калининском районе мясоперерабатывающий комбинат. На майские праздники в Саратове запланирована большая развлекательная программа. 8 числа на Воскресенском кладбище состоится торжественная церемония открытия мемориала защитникам Отечества. В этот же день в Театре оперы и балета концерт для ветеранов. Перед ними выступит хор Пятницкого. В 10 утра 9 мая на Театральной площади пройдет театрализованное действо «Великая победа великого народа». На площади будут установлены 4 монитора, которые позволят посмотреть обращение президента Дмитрия Медведева к ветеранам. Всего в действии примут участие 4000 человек. В час дня в парке Победы на Соколовой горе состоится торжественный митинг, а вечером саратовцев ждут фейерверки. Памятники природы. В Волжском районе прошла экологическая акция. Ее участники благоустраивали территорию, на которой растут канадские тополя, высаженные в мае 1945 года. В ближайшее время планируется установить мемориальную доску, которая увековечит память о людях, высадивших эти деревья 65 лет назад.
Назначен новый министр информации и печати области. Им стала Наталья Есипова. Ранее она работала в должности заместителя министра Владимира Шутова. Отметим, что новоиспеченный министр является супругой главного редактора газеты «Репортер» Дениса Есипова. СГУ стал Национальным исследовательским университетом. ВУЗ победил в конкурсе на этот престижный статус. Теперь его студенты смогут конкурировать с выпускниками самых престижных учебных заведений страны и мира. Их дипломы будут котироваться за рубежом. В Саратове появится новый микрорайон. Проект уже частично утвержден. На участке в 140 гектаров, который находится в поселке Солнечный, планируют строить жилье эконом-класса. В конце года будет организован аукцион, по результатам которого определят застройщиков. Это были все новости к этому часу. Все самое интересное смотрите на Форпост ТВ.